Так, друзья, важный вопрос. Что сегодня поставить для вас из ДВГшников сбоку? Ковры, мыло. Что хотите? Паркур? В Роблоксе типа паркур? Павла Дурова, ванны, пожалуйста. Привет, Мира. Блин, ну Павел Дуров классный, классный. Ну, вообще он смешной чел. Не знаю, несмотря на то, что он дохуя умным кажется, у него такие вам вайбы химба мальчика, ей-богу. Так, сейчас.
Ребят, я нашла. Я нашла, что нам надо. Вот. Я считаю, это то, что нам нужно. Очень СДВГшно. Все очень цветастое. Сегодня без вебочки. Хотя... Ну, не знаю, мне неохота, если честно, вебку включать, честно говорю. Причем там Северот с книжкой сзади. Это не Северот, это другой персонаж. Оставить картинку вот эту на фоне или лучше убрать ее, чтобы был черный фон? Просто как вам комфортнее, чат? Чтобы не слишком цветасто было. Просто могу что-нибудь другое поставить. Или, может быть, вообще убрать Майнкрафт, чтобы вас Майнкрафт не отвлекал. Нет? Вам с Майнкрафтом интереснее? Вот так оставим, да? Все, хорошо, идеально. Итак, друзья, продолжаем, значит, играть в Lost Crown. Это, если что, мобильная игра, которая пока что на предрегистрации. Официально она выйдет после 25 числа. И вы сейчас можете по ссылкам, которые в чате по команде «Игра», либо по ссылкам в описании моего твича, вы можете ее установить, чтобы потом получить хорошие промокоды на всякие вкусные, чтобы много покрутить и получить много-много всего хорошего. Да? По самой игре, собственно, это мобильный RPG, опять-таки, с гачи-элементами, более 100 персонажей. Мы на прошлом стриме смотрели очень много красивых персонажей и мужчины. И женщины. Есть сюжет. У каждого персонажа прописан свой лор, кстати, что интересно. Вообще очень здорово. Игра абсолютно бесплатная. Но если что, можно там будет донатить.
В игре не будет, кстати, ни гринда, ничего такого, не будут принуждать к донату. Множество PvP-контента, сюжетные ветки, мини-игры. Мы уже это все сегодня видели. Вчера, точнее. Очень много дали там мини-игр интересных. Поэтому давайте пойдем. Так. Давайте сейчас мы быстренько возьмем, что у нас тут за день появилось нового. Сейчас экспедиции я всякие тут сделала. Все, экспедиции закончились. Так, сейчас, подождите. Соберем всякие вкусни. И я вам покажу, каких персонажей мы уже успели выбить. Вот так здесь выглядят крутки. Слушайте, мне Майнкрафт не очень нравится. Может, чем другое? Может, реально ковры или мыло обратно поставим? Что-то Майнкрафт-паркур меня с него укачивает нахрен. Да, давайте ковры АСМР лучше. Смотрите, какое мыло красивое. Или не то вообще. Все, Satisfying Carpet Cleaning. Погнали. О, нам за отметку дали 10 круток. Нормально. Так, и здесь бесплатно покрутим. Сегодня будем разбираться с другими аспектами игры, потому что на прошлом стриме мы не все до конца поняли. Так, это у нас, да, это ежедневные задания. Это у нас ачивки. Так, тут у нас что? Что у меня тут? Я тут все взяла вроде. Так, мне дали какие-то цветы. А, для повышения уровня. Так, смотрите, значит, я уже 25 уровня. Что у нас есть из персонажей? Кого мы выбили? Никому не избежать взгляда призрака. Никому не уклониться от моих стрел. Это дают всем бесплатно. Останься со мной, или отправляйся в ад. Этого мы получили по гаранту с баннера. Причем очень быстро мы накопили. Мы уже 2 гаранта получили, да, на баннере. На гарантированную Легу. Река магии бесконечна и бездонна. Ее можно исследовать всю жизнь. Витек, значит, у нас есть. За все надо платить. Женщина с тентаклями, которая очень ебучая. Зуб за зуб, кровь за кровь. Договорились же. Нам очень везет на водных персонажей. Очень, как вы видите. Но всегда находятся важные дела на чужбине. Нас русалки. Не просто сладость, фатальная сладость. Вот это нам 2 раза аж выпало, Долорес. Всегда на моей стороне. Волноваться не о чем. Погибнут все. А еще очень много выпадает брутальных мужиков. Тут еще не до конца все озвучены, потому что это только бета. К полному выпуску игры, я думаю, это все пофиксит. Объяснить, сказать про игру и механику для тех, кто не был на стриме. А тут все достаточно просто. Собираешь команду и ходишь, зачищаешь... Вот, по карте, локации, выбиваешь новых персонажей и радуешься жизни. То есть вот команда из 5 человек, вот тут добавляешь бафы, типа, когда собираешь какого-то идола, все это нужно фармить, разные артефакты.
Улучшать отношения с богиней, чтобы она тебя больше бафала. Вот, и кроме этого, тут есть еще много всяких разных мини-приколюх. Это все мы посмотрим обязательно. Так. Война небес. Давайте мы начнем день. Так, сейчас, надо всем поставить лайки. Давайте мы начнем наш день с круток. Тут есть автобой? Да, конечно. Давайте, у нас 15 стандартных круток. Сольем десяточку. И первые 10 круток сегодня не самые удачные. Но ничего, вот смотрите. Вот тут такой. Значит, короче, вот видите, здесь копите баллы. И потом получаете вот такую штуку. Она дает рандомного 5-звездочного героя. Когда накопите 10 тысяч, то дадут 6-звездочного. То есть здесь леги не максимальные. А за максимум круток дают еще и карта ядра наследия. Позволяет выбрать еще какого-то героя. Видимо, либо стихии тьмы, либо стихии солнца, которые редкие. У нас, кстати, по стихиям у нас и тьмы только вот этот Будхил. А из солнца у нас вообще никого 5-звездочного нету. Так, давайте все соберем. Что у нас тут ежедневно? Обновили всякие бесплатные ништяки. Что это такое? Привилегия разведки. Не знаю, есть ли смысл на это тратиться. Так, тут мы все посмотрели. Герои, надо докачать героев. Давайте мы докачаем вот этого. Ее можно... Река магии бескон... Никому не избежать взгляда призрака. Никому не... Давайте всех качнем до 60 уровня. За все... Нам вообще надо, кстати, второй бы отряд собрать по-хорошему. Так, нет, мы тебя пока поднимать не будем. Останься со мной. Река магии без... Стоп, стоп! Договорились же! Зачем меня... Так, что тут у нас? Приключения пока не будем. Окрест... О, господи, у нас в окрестностях открылось. Так, гильдию мы пока не идем. Нам пока гильдия не нужна. Ненависть порождает ненависть. Уничтожив, да, ты уже похвасталась. Тебе тоже хочу, Эля. Я снова ушла на больничный с больной спиной и не могла двигаться. Сегодня смогла выйти из дома и 2 часа погуляла, не сломалась. Ого! Ура! Молодец! Привет и удачного стрима. Сегодня дочитала мангу по 6-й зоне. Аж расплакалась в конце, когда Низуми свалил. А вообще в манге между ними больше взаимодействий, что ожидаемо. Различия немалые. Ну, конечно, в аниме все порезали очень сильно. Спасибо, Маня, рада, что тебе все понравилось, ты почитал с удовольствием. Так, что тут у нас? Поиск сокровищ бесплатно. Да, тут еще отдельные крутки на артефакты. Пойдемте, кстати, покрутим, у нас оказывается до хрена. Ну, как до хрена? Аж на 10 круток. Мы получили легендарное что-то. Сейчас разберемся. И еще легендарное и что-то пылающее еще получили. Ёлки-палки, а что это пылающее делает? Железные крылья. Самопал. Переносной баллон. Модная шапка. Четкие памяти, шлем викинга. А, это у нас повысился еще шлем викинга.
Так, сокровища всякие разные мы прокачали. Угу. Но у нас пока, получается, резонанса ни одного нету. То есть у нас все по-разному. По два тут, по два тут. Когда собираешь весь этот сет сокровищ, то появляется эффект резонанса. Окей. У нас есть еще 5 круток на сокровища. Let's go. Так, самопал есть. Новая нефритовая тыква. Опять самопал. И свинина. Так, что тут у нас? Экспедиции в царство богов? Тут у нас сюжетка, в которую я не хочу лезть, какая-то ивентовая. Это ивентовый магазин. А это ивентовые крутки. Блин, осталось 5 часов. Давайте покрутим пару раз. Посмотрим вообще, что тут как выглядит. Абсолютная сила есть. То просто можно выбить вот этого классного мужика. Ну и он вообще соска. Так, тут я все забрала. Охота за сокровищами. Давайте тут покрутим мини-игру. Ага, нам дали 5 круток. Окей. На супер охоту за сокровищами у нас нету. Очки. Так, и повысим заодно уровень нашей богини. Но у нас пока только одна, которая солнечная. Она самая начальная. Персы очень красивые, вообще капец. Опа! Друзья, сейчас будет... Сейчас будет вкуснее. Так, во-первых, мы сейчас синтезируем, получаем одного 4-звездочного. Нам хватает синтезировать 2 5-звездочных. Мы получили 2 девок. Это, конечно, жаль, что опять нам выпали девахи. Потому что нам нужны пацаны. И мы опять выбили водного! Мы выбили водного, и мы выбили повторку. Вот это, по-моему, у нас повторка. Нет, подождите. Мы вот эту повторку мы выбили. Ну, кстати. Хорошего стрима, тарелочка. Меньше, чем привидос с ковром огоняру. Спасибо большое, Квиквиз донат. Спасибо. Так, надавали нам водных. Окей, звездный храм вкачивает. У нас сегодня еще цель на стрим. Тут, когда выбиваешь новых героев, ты получаешь, прокачиваешь с ними дружбу. Нам вот надо сегодня получить вот эту деваху, напрокачав со всеми дружбу. Вот, мы подружились с Девой Меча. И мы еще сильнее подружились с Древней Чародейкой. Да, и мы все, нет, подожди, мы можем ее уже получить или нет? Еще не можем. Там коврик топчет, все правильно. Туда этот ковер. Ненависть порождает ненависть. Так, сейчас. Ой. Ирена купила мне всяких приколюх с Сукуновым.
Короче, мне Рен купила две открытки, где есть Сукуна, стикер-пак, один значок, один брелок и один акриловый стенд. А вам я покажу, когда я все это заберу. И рассказала, что вообще ни хрена Сукуна, нету художников, он не популярен. Это очень грустно. Это ужасно. Это неправильно. Люди не шарят. Так, у нас тут открылась темная бебна. Ёб твою мать. Давайте сходим, посмотрим. Так, выберите усиление. Вы реально бебда, как Геншине. Давайте шанс крита или крит-урон. Давайте крит-урон возьмем. Привет, первый донат. Смотрю, сохраняем первый донат. Вспомнила, как сильно любила нам по шестой зоне 5 лет назад и заказала последний донат вчера. Хорошего стрима, меньше чем 3. Блин, прикольно! Прикольно, лайка. Спасибо тебе большое за донат, позовем спать донатной девственности. Спасибо большое. Блин, а у нас что, хила ни одного нету, да? Как долго мы эту бебну проходим? Слушай, Квикви, а вот мне интересно, ты как раз сидишь в Твиттере у зарубежных мерчеделов? Есть вообще что-то с Сукуной или тоже нихуя не делают? Чем нравится тебе Сукуна, он же Red Flag. Ну, смотри, мне слишком нравятся overpowered злые персонажи. Да. Ты как бы сейчас пытаешься воззвать голосу разума человека, которому снилось, как он сосется с Волан-де-Мортом. Да, это бесполезно пытаться до меня докричаться. О, погнали, кубики, 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 кубики. Так, если результат броска кратен 2. Так, давайте так попробуем. Так, куда я хочу? Я хочу сюда. Блин, я обожаю такие ивенты, на самом деле, в играх, где надо покидать кубик и просто походить. Так, научили его вежливости. Окей. А чё все по единичке дают? Давай шестерочку. Так, что нам... Ёлки-палки, чё так дорого? Так... Возьмем, наверное, купон охоты. Так, просите два раза, чтобы получить камень стихий. Не понимаю этого любовь к такому негативному персонажу. Вэт работяг, ведь он даже некрасивый. В смысле, Сукуна некрасивый? Мира, в смысле? Ты чё вообще это? А всё? Я запрещаю вообще такие ужасные вещи говорить, что он некрасивый.
Но очень красивый. Но вообще секс-машина. Так, ежедневная награда. Давайте третий уровень пройдем. Потому что, ну, чтобы было красивое число. Да, красота, она, понимаете, красота в первую очередь, она внутри. Монстр с 4 по 139 этаж, готовы сдаться без боя, совершить экспресс-восхождение. Вообще, let's go. Серьезно? Так можно было? Просто приход... Как это классно сделать? Сколько дали круток? Видите, сколько нам дали круток? А, вот эта деваха, она хил как раз. Я вот думаю, есть ли смысл тут качать хила, или лучше все-таки качать, чтобы ебашить всех сразу? Сколько нам дали круток? Сколько нам дали круток? Сейчас я вам покажу. 71 крутка. Дали, короче, 64 крутки. Дали 64 крутки. Давайте сейчас обычную покрутим. Блин, как здорово, что они сделали, что можно экспресс пройти. Все этажи. 130 этажей экспресс, раз у тебя все равно мощь большая. Как это здорово сделано. Просто обычно сидишь, вот эти дрочишь этажи очень долго. Это же в многих играх такая тема бывает. Ну, уже только за это респект, как бы. Погнали крутить. Все, крутим, 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 крутим. Нам нужны мужчины. Нам нужны две леги, две леги! Если ценишь красоту розы, смирись с ее шипами. Так, не мужик, понял? И повторка, которая любит вкуснее. Да, кстати, реально джин похоже. Погнали еще раз. Никому не избежать взгляда призрака. Так, с тобой все понятно, да? Никому не избежать. Настало время справедливости! Так. Опять его выбили. Ну блин, 60 круток ни одного мужика, капец. Давайте сейчас возьмем случайного. Пусть я сожгу свою жизнь, но я озарю ярким светом весь мир. А это вроде хороший персонаж. Слушайте, вот этой стихии. У нас, по-моему, не было никого солнечного, да? Так, и еще одного случайного. Нет проблемы, которую не решил бы мало. Если есть, то нужно взять два. Так. И давайте у нас... У нас хватает на 9 случайных лег! Нам дали их фрагментов же еще. Ёлки-палки! Вкуснейше, вкуснейше. И мы выбили императора света. Дарую тебе вечный покой. Так, у нас есть такой. Подождите, император света. Где он? Я хочу на него посмотреть. Нет ничего предначертанного. А если есть, избавься от этого. Хорош. Итого, получается, у нас теперь со светом есть два персонажа. Вот эта стихия тоже два персонажа. Вот этих пока ни одного.
Нормально, нормально сыпало, да? Ничего предначертано. Пусть я сожгу суп. Когда выйдут гайды? Мне срочно нужны гайды, потому что я не знаю, кого качать. Что она вообще простенькая. Доспех. Уединение. Мое пристанище. А, не, нормально, переоделась. А то очень простенько выглядела деваха. Так. Что тут? Вот это мы что-то собрали. И мы наконец-то забираем девочку. Сейчас мы только тут со всеми подружимся. Скорее бы уже игра вышла в общий релиз, и можно будет посмотреть, кто у нас туп-тир, а кто нет. Потому что я со своей тревожностью очень боюсь качать тех, кем я потом играть не буду. С другой стороны, можно же потом вроде их всех откатить до предыдущего уровня. Если кого-то ненужного вкачал. Так, мы получаем девочку. Владычицу времени. Откуда здесь банановая кожура? А, кажется, я ее уже где-то видела. Блин, прикольно. Чибики тут милые. Сюжет есть, да, но я в сюжет не вникала, честно скажу. Я вообще редко читаю сюжет в таких играх. Кто здесь хороший мальчик? Ты хороший мальчик. Подскажи, тарелочка, есть сейчас сбор на прохождение игр? Давно просто не сидела на стримах. Если да, то где глянуть? Сейчас сбора нет пока. Надо пока еще со старым разобраться, все, что в сборе. Спасибо, аноним, за донат. Так, кого-то мы можем тут синтезировать. Мы можем кого-то синтезировать. Блин, где-то можно же было посмотреть. Так, рейтинг сервера. Рейтинг воды. Так, качает морскую ведьму. Ну вот я смотрю, кто тут кого качает. Морскую ведьму и буревестницу. Хотя вон у кого-то дочь морей тоже вкачанная. Из огненных качают... Вообще всех подряд. А, у меня охотница пустоши на третьем месте. Ничего себе. Ковер домыли. Сейчас разберемся. Давайте такое попробуем. На рейтинге воздуха. Ну, все в основном лучницу. Так, рейтинги тьмы тоже тут все по-разному. Не знаю, пока рано на самом деле смотреть. У нас вообще в отряде что? У нас два водных в отряде, один огненный. Мне не хочется его убирать на самом деле. Мне хочется его поставить. Что он делает вообще? Он дамагер, да? Избавься от этого. А, он дает щит. А, ну тут написано, он воин и щитовик. У нас сейчас в отряде получается странник. Тоже странник. А, жрец. У нас есть, получается, все-таки хил. Да, надо иногда читать, было бы неплохо. Воин. Пусть я сожгу свою жизнь, но я озарю ярким светом весь мир. Mm.
Блин, может быть, его поставить в отряд вместо нее? Чтобы он щитовал. В любом случае, щитовик нужен. Никому не избежать взгляда призрака. Нет ничего предначертанного. Может быть, конечно, это моя ошибка, что я переставляю, потому что она более вкачанная. Ничего предначертанного. А останься со мной. Но я человек простой, я хочу вкачать мужиков. Останься со мной, или... Река магии бесконечна и бездонна. Ее можно исследовать. За все надо платить. К тому же нам все равно надо будет качать еще один отряд. Зуб за зуб, кровь за кровь. Нет ничего. Так. Давайте мы ее попробуем убрать. Мы убираем ее. Мы ставим его на первую позицию. Наверное, Хила надо подальше. Я просто думаю, есть ли тут смысл далеко ставить всех. Потому что у меня все-таки большинство дальнего. Давайте мы поближе все-таки поставим мага, а этих назад. Так, а если в башню сходить этим новым составом на 140 уровень? Туда! Враг испугался вашей мощи. Туда. Как замечательно. Слушайте, все меня боятся. Я такой жуткий. Рар, бойтесь меня. Ага, вот тут уже, видимо... А, ну да, 150 уровень, тут уже, видимо, будет тяжело. Ну ладно, ладно. Нормально, нормально, башни навернули. Честно говоря, и так много. Есть ли еще круточки? Крутомчек больше не мптум, пока мптум. Может, чем-то еще дальше пойти проходить? Сейчас, подождите. Вот где у нас была вот эта была сюжетка? Во-первых, давайте сюда зайдем. Так, и сейчас мы переставим всех. Где у нас, помните, была сюжетка, где есть крутки на того красивого сефиротообразного мужика? Надо сейчас будет попробовать туда сходить. На самом деле, я думаю, крутки это уже, наверное, даже не то, что у нас должно быть приоритетное. Но, по крайней мере, алмазы на них сливать не будем. Потому что у меня есть такое предчувствие, что нужно покопить алмазы на какие-то другие ресурсы, которых потом будет не хватать. Ребят, не забываем оформлять регистрацию на игру, кстати. О, мужика убили, капец. Блин, а он его риснет, интересно.
пишут про пятую персону. Честно, обожаю игры персоны и хотела бы посмотреть твое прохождение меньше, чем три. Блин, не знаю, я бы не хотела играть персону на стриме. Мне кажется, это такой должен быть соло-экспириенс, чтобы получить наслаждение. Мне кажется, если на стриме ее проходить, то прям не совсем мое будет. Так, а куда у меня что-то пропала деваха? Тарелка проходит 120 уровень башни дракона благодаря своей необычайной силе. Да-да, это я. Так, пропуск бездны. Не, ну крутки это, конечно, не приоритетное, но крутить очень нравится. Так, герои. Рекомендовано, кого собрать. Какой отряд можно собрать, советы. Рекомендуемые комбинации. Я ничего не могу собрать из рекомендованных комбинаций. Прикольно. Няшно. Блин, жрец. Надо посмотреть, к чему, какие у нас есть жрецы, что они умеют. Потому что есть ли тут тот, кто умеет резать? Так, он снимает все негативные эффекты, у кого наименьше ХП. Это он лечит. Это он бафает сам себя. А на сотом уровне у него плюс 100 к лечению. Просто я думаю, может быть, он не самый эффективный хил, который у нас будет. Так, этот дебаф, это получается. Лечит от атаки. Это бафет. Так. Нет, ничего. Настало время. Договорились же. Зачем меня обманывать? Так. Бафет и ХП. ХП от атаки. Бафы. Ага. Никто не хочет покидать раз. Если ценишь красоту розы, смирись с ним. Никому не избежать. Не просто. Так, ну-ка, вот это что делает? Природа всегда на моей стороне. Восстановление здоровья от атаки и от входящего урона. Кстати, неплохо. Так. Получается, чем больше бьют, тем она сильнее хиляет. Так. Применяет силу времени, выставляет очки здоровья случайного убитого союзника на 260%. Если... Вот. Короче, вот что эту деваху-то выдают так. Она ресает. Владычица времени умеет ресать. Может, мы лучше ее тогда поставим вместо мужика? Жалко, конечно, мужика убирать из отряда, но... Но у нас теперь в приоритете... Нет, река магии бесконечна. Зуб за зуб. Откуда здесь банановая кожура? А, кажется, я ее уже где-то видела. Так, а что тут еще? Очки здоровья. Очки здоровья. Ага, понял. Зуб за зуб. Так, давайте всех качнем до сотого. Нет, ничего предначертано.
Нет, тебя мы не будем качать, не обижайся. За все надо платить. Зуб за зуб, кровь за кровь. Никому не избежать. В самом деле, нам бы, может быть, еще одного ближника лучше вкачать вместо Будхила, например. Но это у меня тогда реально одни женщины останутся в команде. Но у нас что получается? Что он делает? Он по всем бьет. Нет ничего предначертанного. За все надо платить. Зуб за зуб, кровь за кровь. Река магии без. Так. Сейчас, давайте в башню вернемся. Мы сможем же пройти. Да, все. Так, давайте мы теперь сделаем так. Мужика ставим сюда, тебя сюда, волшебницу сюда, тебя и тебя. Ну нормально, кстати, она, видели, отхилила водную эту деваху прям мощно. Так, девочки, ну мы получили еще на одну случайную легу материала. Погнали. Мы опять получили эту водную деваху. Я уже ее видеть не могу. Чё она ко мне пристала? Дева меча, чё тебе надо? Отстань. Отстань от меня, дева меча. Так. Темная бебна. Нет, это не то. Блин, где была эта штука, что... А, вот, экспедиция в царство. О, его бесплатно дают? Ну-ка, а что он умеет? Бля, можешь как-то посмотреть, что он умеет вообще? Нифига себе, ферот ебучий. Так, надо понять, как получать крутки. Где у нас крутки? Вот, нет, подожди, не то. Блин, а где были крутки? Вот. Как их получать? Подарок за платеж. Набор сердца. Блин, подождите, да что это все? Это никак это не получить? Это все надо донатить? Абсолютная сила есть истина. Блин, он классный. Ну классно, на меня жаба душит донатить. Капец. Неужели за прохождение сюжетки не дают? Так, лавка сокровищ. Где лавка сокровищ?
Розыгрыш сокровищ лимитированного пула, строительство, фрагменты стражей. Так, храм, вот это мы все прошли, получается. Так, это у нас тоже все пройдено. Ну-ка, чуть у нас тут открылось. В судьбе каждой богини мало поворотных точек. Ага, видимо, выбираешь, как ее качать. И у нас есть камень судьбы атаки. Все. Мы, получается, богиню бафнули. А, получается, богиню еще можно заменить солнце. А, вот что это была за кошечка. Есть обычная богиня, а есть такая. И это надо на нее собрать. Прикольненько. Так. Господи, они все пишут и пишут чат, какая я классная. Блин, очень обидно, что никак иначе не получить этого мужика и эти крутки. Может, я туплю? Я вот не понимаю. Извините, у меня очень сильная фрустрация, потому что я хочу этого красавчика. Я думаю, вот как бы его выбить, чтобы не донатить. Так, а вот эти я на что? Получить доход авторежима. Чатик, вы чё молчите? Я с вами разговариваю. За всё надо платить. Я вам жалуюсь на жизнь, а вы сидите молчите. Нет ничего предначертанного. Кстати, блин, я не могу мужика возвысить. Могу вот эту возвысить? Нет, подождите, она мне не выпадала повторно. И Будхил повторно не выпадал. По-хорошему, надо качать тех, кто мне повторно выпадал. Так, а что у меня здесь подсвечивается? А, задание какое-то? А, ну да, точно, я выполнила задание. За это дают. Но вообще эти штуки, наверное, надо сделать, вот эти задания, чтобы прокачивать богиню, по крайней мере, пока этот ивент, потому что пока он есть, потому что больше я нигде не видела, где можно еще это вкачать, честно говоря. Давайте будем сейчас прокатим, посмотрим, что вообще будет. Не надо меня уламывать на хорроры, пожалуйста. Я сыкуха. Так, ну-ка, что тут у нас? Mm.
Ну-ка. Трехсотого уровня дают персонажей? А в честь чего такой парад щедрости? Кого бы поставить? Аура неактивна. Там очень много зеленых, поэтому нам надо взять огненных. Как она хилит хорошо, эта штука прям бесит меня. Да смотри, я резнула, и она резнула. Ну ты глянь вообще. Я считаю, только я должна уметь резать. Ух ты, сколько всего дали хорошего для улучшения богини. Так, сюжет. Больше двух букв не читаю, хуй. Бля, вот это тоже красивый мужик, вот бы его выбить. Мужиков тут, конечно, гораздо меньше. Это грустненько. Так, что тут у нас? Господи, как-то все далеко проходить. Но, походу, ничего и не дают, да, толком. Так, давайте мы и судьбу вкачаем. И что тут у нас есть? Передний ряд получает плюс 2 к хеллу. Передний средний ДС бегает 4% критического урона. Средние и последние ряды получают плюс 2 крит урона. Что открыли? А, это урон богини мы еще повысили. Друзья, наша любимая рубрика. Let's go. Мы получили еще одного будхила.
Так, ну можно его и вкачать, получается. Что тут у нас? Сейчас мы с ним подружимся. Так, где он у меня? А, у меня больше нет тьмы. Я не смогу его качнуть. Блин. Темных, конечно, видимо, тяжелее качать, чем обычных. Тарелка нанимает героя 5 звезд. Хранитель звезд. Ура! Я такая молодец. Сколько надела героев. Так, здесь мы все расставили. Что у меня? За 5 героев разных систем в строю. Плюс очки, плюс атака. Ну, окей, в принципе. Я люблю играть с солянкой. Открылся полигон. Ну-ка. Ага, на полигоне нам дают ресурсы для прокачки персонажа. А, понятно. Тут, значит, для прокачки персонажа. Тут голда. Так, а это для чего штука? Для переплавки амулетов? Это нам пока не надо. Это для фиолетовых героев. Не хочу сейчас разбираться, честно говоря, с прокачкой фиолетовых, чтобы получать потом еще и пятизвездочных для прокачки пятизвездочных до шестизвездочных. Мне сейчас что-то вообще неохота. Я такая ленивая. Я просто хочу включать бой, и чтобы герои делали боинг. Все. Так, давайте каждый полигон пройдем до 3 уровня. Да, а потом мы пойдем в ферму. Так, бесплатные попытки зачисток. То есть можно еще повторно ходить, получается, 2 раза бесплатно. Но уже открытые уровни и фармить. Я же правильно понимаю? Что неправильно. Я такой человек, который начинает разбираться в подобных играх только спустя, наверное, дней 5 игры. Потому что первые несколько дней, когда я играю, я ровно просто бездумно. Кнопочки. Нажимаю. Прикольно. Да, да, это, видимо, вот так работает зачистка. Все, понял. Так, древние руины. Руины нам пока не надо. Так, нам нужно сразиться на арене 3 раза. Арена у меня пока закрыта. Использовать быстрый бой. Просто чтобы закрыть все ежедневные задания. Так, арена открывается после 3.31. 3.31. А мы сейчас где вообще? Мы на 3.29. А, о, давайте сейчас быстренько навернем, так сказать. Давайте сейчас откроем арену. Да, и типа я играю по принципу кнопочки, это чтобы нажимать. Уже потом, когда, ну, кнопочки перестают появляться, на которые надо нажимать, я сажусь такая, ой, блин, надо разобраться. Какие мне нужны ресурсы, чтобы нажать вот эту кнопочку?
Надо посмотреть. И потом уже приходится думать. И там уже начинается вот это разбираться, какой персонаж мне качать. Какой не качать. Так, что у меня тут в лавке открылось? Господи, супер привилегии! А, это VIP месячный. Не... О, радуга-дуга. Так, нет, пока месячный VIP я не покупаю. Я как человек, у которого ляжка горит, сразу все донатить. Нет ничего предначертанного. Я сначала сажусь. И типа, если я долго в эту игру играю, тогда в нее можно будет донатить. Да, они все восклицательные знаки, и ты, ну, прям чувствуешь, душа говорит, что нужно нажать. Еще не началось. Воскресенье, в 20 часов. Через 16 минут у нас будет драка лучших игроков межсерверного матча. Но учитывая, что пока что на сервере не очень много людей... Так, сразить. Так, подождите. Доступно после 3.31. А, вот 3.31. Косметику дочинили. Блин, у меня тут теперь в рекомендациях видосы с напитками. Во, давайте слаймы я вам включу. Слаймов у нас не было. Мои маленькие СДВГ дети. Погнали на арену. Так. На арене можно сражаться с игроками со всего мира. Надо поставить лайки классным людям. Блин, на арене только можно X2 поставить скорость, и это очень медленно после X4. Блин, вообще здорово, что мне дали это самое випку попробовать. Потому что я теперь на первом сервере, и считаю, я с самого начала игры. У меня первый раз такой, где я прям... с беты сижу практически. У меня ни разу такого не было. Это круто. Прям, ну, как будто лакшери. Как будто вот прям, ну, крутышка. Это ощущается очень... very affordable. Что, чемпионат? 256 лучших игроков рейтинга арены могут принять участие. Мое данное текущее место 4-е. Я на 4-м месте по крутизне. Серьезно, всего лишь на 4-м? Я тоже хочу. Я хочу в топ, блин, мама. Так, что тут у нас? Так, боевой пропуск открыли. Что у нас? События с бонусами открыли. Что тут у нас еще? Блин, мне очень не нравится, что у меня почему-то подсвечивается вот это все. Типа, что я могу все еще дальше и дальше проходить. Давайте я попробую целую зачистить этаж, посмотреть, у меня пропадет или нет. Этот восклицательный знак меня просто прям бесит.
Бля, вот интересно, это тоже какие-то стримеры? Даодин, Фабиан Кайден. Или это просто тестировщики? То есть у меня все еще Будхилл стоит на аватарке. Надо кого-нибудь другого, может, поставить, я хз. Давайте поставим, не знаю, нет, не хочу. Аватар изменил крутотенюшка! Крутотенюшка! Тар изменен. Прикольно. Круто, тенюшка. О, ну меня надо лайкнуть, естественно. Лайкнула саму себя. Блин, я единственный здесь лох без титула. Надо тоже, что ли, какой-нибудь титул поставить? Я вообще хз. Как получить титулы? Ой, как их много! Какой огромный. Ладно, пока буду без титула. Можно свои видео поставить? Нет, еврейчик, мы уже скоро заканчивать будем. Так, что у нас по наградам? Погнали, еще круток получим. Кстати, мы можем еще быстрее сделать настройки системы. X12, это нужно третий уровень репутации. Ага, пон. Никогда бы не подумал, что идея из ТикТока о совмещении игры, разговора и сминания желе применима в стримах. Это вообще отлично работает. Ну и на самом деле формат игры позволяет, потому что тут в большинстве своем просто автобой ставишь и пошел. И чтобы не смотреть на одно и то же, у нас еще здесь маленькая вот картиночка сбоку. Мне кажется, это очень удобно. Привет, тарелочка. Это мой первый донат. На Яхуме денег нет, но хочется тебя поддержать меньше, чем 3. Спасибо большое, Лоди 3. Поздравляю тебя с потерей одной детственности. Спасибо тебе большое. Подождите. А, мне дали звание, друзья! Как по заказу. Я теперь юнец. Так, я вступила в гильдию все-таки. Выберите героя для испытания. Ну там написали, что это самая эпичная гильдия на тестовом сервере, и, ну, я не смогла удержаться. Да, я человек простой. Я вижу, что самое эпичное, и все. Что тут вообще есть гильдии интересно? Качать таланты надо у гильдии. Война гильдий. Лавки можно покупать. Фрагменты... А, фрагменты... Слушай, нормально, кстати, фрагментов персонажей. Архив гильдии. Ага. Так, а мы все пытаемся здесь забороть деваху. Ну, окей, удачи мне. Постарайся, постарайся. Так, у нас открылись какие-то туманные земли. Э-э-э-э.
Ёб твою мать, тут тоже надо три отряда ставить. Ой, не-не, я пока не готова три отряда ставить. У меня нет столько ресурсов. Так, врата иного мира. Это что такое? Что это такое, господи? Видимо, к 8 вечера понаоткрывалось еще всяких разных штук. Давайте сейчас все это попробуем пройти. Посмотрим, что будет. А, за это, если мы все пройдем, дадут 600 гемов. Я, кстати, богиню забыла поставить. Упс. Упси. Вообще изи. Считай, халявные 500 гемов. Слушайте, дайте я сейчас по-быстрому хочу перезапустить игру. Ну и на самом деле классно сделали. Вот это пока что лучшее для меня, во что я играла от E-Spirit. Больше всего мне зашло из всего, что было. Я, конечно, не в то, чтобы прям до хрена игр играла, но штук 5-6 точно будет. Так, что это мы такое получили? Ага, это для изучения гримуаров. Это что-то пока у меня закрытое. Так, в гильдии. Таланты гильдии. Открыли. Испытание гильдии мы, получается, все прошли. Блин, мы чуть-чуть не допинали вот эту деваху. Смотрите, как обидно. Прям совсем чуть-чуть. Так, здесь я никого пока не хочу синтезировать. Если только ее. Давайте синтезируем, что, пускай будет. О, у нас тут открылось что-то еще. А, вот это мы уже тут были. Это где нужно делать до хрена отрядов. Это я пока не хочу. Так, врата иного мира вот у нас тут еще были. Победите всех врагов. Общие очки здоровья отряда больше 30%. А, тут уже ставят условия, короче, на прохождение. Смотрите, у нас получается 8 вечера по Москве. Открылись всякие межсерверные ивенты. И они будут работать еще сколько, получается. Так, тут у нас что-то...
А, это буквально на день причем открывается. Капец, а что у них такие уровни большие, я боюсь. Так, а как посмотреть, сколько у меня вообще вот этих штук? Блин, или все-таки попробовать? Хотя бы одним отрядом. Уже чтобы хотя бы один герой был. Ну ладно, капец. Так, давайте вот это пройдем ради круток. Блин, очень много активности. Мы сидим вот уже, получается, почти полтора часа. И мы очень много чего даже не успели сделать, по сути-то. Посмотреть. Очень много разных активностей. И кубики можно покидать, и какие-то ивентовые открылись, 8 часов штуки. По-хорошему, так можно засесть на целый день. Да, персонажи очень красивые. Богини особенно очень симпатичные. Ну, в принципе, логично, это же самые крутые считаются. И они выглядят хорошо, проработано. Что по дизайну, что по текстуркам. Так, а это у нас что давали? А, это гарантированно то, что стихию крутим. Так что, друзья, оформляйте предрегистрацию обязательно. Будем вместе играть, будете добавлять меня в друзья. Я, как обычно, тарелка. Так, а что, мы открыли еще какие-то побочные, да? Открыта еще история. Так, секундочку. Секундочку. Погнали, крутим. Без леги сегодня, друзья. Вас я не хочу вкачивать. Блин, где были крутки, которые... вот, за вот эту. Вот, да-да-да, за стихии. Так, герой света или тьмы. У нас тот кринжуля с большим мечом, он был как раз либо свет, либо тень, да? Или нет? Или да?
который орал, у меня такой большой меч, он до всего достанет. Да, 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 это он. Ну что ж, друзья, давайте, нам нужен кто-то из них, кто-то из них. Нам ничего не дали. Нам ничего не дали, капец! Что это такое нам дали? Звезду для активации созвездия. Созвездие. Ёлки-палки, а что эти созвездия дают? Ну ладно, я что-то зажгла. Окей. Блин, обидно, не дали мужика. Вообще персонажа не дали, зажали. Останься со мной. Зажали, понимаете? Ну как-то... Ну некрасиво. Как-то это грустно, да? Так, пойдемте дальше. Вот эти врата другого мира. Вот что вот тут, например? Вот тут мы сможем пройти? По идее, тянем еще. Так, а это нам там за победу дадут что? Это фрагменты? Да, это фрагменты нам дадут. На одну случайную легу. Хе-хе, кнопочки делают жим-жим. Я нажимаю на кнопочки и получаю легендарки. Хе-хе. Так. На 33-м уровне приключения. А. Друзья, просто для тех, кто не понял, какого мы хотим выбить мужчину? Какого мы хотим выбить мужчину? Во-первых, конечно же, бы его тоже хотелось, но он супер легендарный. Видимо, на него можно только сдонатить. Посмотрите. Гигантский меч пронзает облака и достает до небес. Интересно, да еще чего может достать его меч? Ну, он очень дурацкий, поэтому... Гигантский меч пронзает облака и достает до небес. Как вы думаете, как сильно ржал актер озвучки, когда это говорил? Насколько сильно ему было смешно. Это тот со скином Годжо. Демоны небытия бегут в страхе при виде Госса. Но вот эти его мускулы... Слушайте, я готова играть в эту игру только ради него. Я готова, ну, фармить и дальше играть, пока у меня не выпадет, и я не качну его до скина с голым торсом. Я готова. Я женщина простая, мне много не надо.
Погнали. Случайная Лего. Опять нам эту деваху дали. Класс, вот это мы босса быстро долбанули. Так, мы прошли третью главу. И открываем теперь следующую. Золотая пустыня. Отправляемся в Сумеру. Но сначала... Так, кто нам может выпасть? Очень большой шанс на вот этих персонажей. Короче, шанс выпадения кринжули всего лишь 0,05%. О, нам выпала вот эта деваха, теплый свет. А! Что я нажала? Ой, извините, я случайно свернула. Дайте мне мою кринжулю! Я что, так многого прошу? Я готова идти писать разработчикам, чтобы они меня подкрутили, ей-богу. Подарок за онлайн. О. О, подарки за онлайн получили. Ура! Я готова идти, да, предлагать бартер. Давайте вы мне даете кринжулю максимальном уровне, я еще стрим. Не знаю, глупые мужчины — это моя слабость. Честно говоря, я думаю, Сукуна тоже глупенький, поэтому мне нравится. Я его хэдканоне немножечко как Химба. А чё, вы думаете, он алгебру знает? Конечно, не знает. Так, забираем крутки. Забираем пропуск. Что у меня сейчас на секунду появилось? Я скипнула. Меня кто-то драться позвал? Меня кто-то позвал драться! Походу. Или нет? Ничего не поняла. А! А, реально... А, это что, дерутся люди? Я могу сделать ставку. Ну, блин. Ну, я на тебя делаю ставку. Блядь! Все болеют только за красных! Трэш! Я одна единственная проголосовала за красных. Маленький тестовый сервер. Это так смешно. Интересно, кто победит? 3-4 звездочных второго уровня или... Что это вообще? Команда на 500 тысяч. Не жалко Максима. О, произошла победа.
Так. Погнали, крутим. Крутим. Нет, стоп. Что это такое? Обзор функции. Крутим. У нас круточки. Круточки. У нас круток. Let's go. Оба. Продолжаю улыбаться, и страдания тебя не сломят. Так, женщина со своим стулом. Окей. Неплохо. Давайте еще по чуть-чуть покрутим, потому что мы можем себе это позволить. Давайте еще 20-ку сделаем. Понятно. Еще 10-ку. О. Река магии бесконечна и бездонна. Ее можно исследовать всю жизнь. Но ты не та кринжуля, которую я хотела. И мы забираем случайную легу. Случайную легу. Давайте. Настало время. Опять ты! Заебала меня! Так, ну что, чат, тогда получается, мы сейчас с этой игрой все. Мы сейчас пойдем еще на полтора часика в ферму. А вы пока что оформляйте предрегистрацию. Игра будет после 25 числа в открытом доступе, чтобы каждый мог в нее поиграть. Скачивайте, оформляйте. Я вас буду ждать. Сколько всего лек? Да до хрена у нас лек на самом деле. То есть вот туда же, если повторки некоторые я уже слила, у нас много очень лек. Ну, нормально прям. Со вкусом. Ну сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три. 23 леги у нас. 23 леги, это очень хорошо за два дня. Это прям вообще очень щедро. Максимально щедро. Так, давайте я сейчас перезапущу стрим, чтобы была отдельная запись. И потом уже пойдем в ферму. Сейчас, буквально 30 секунд. И возвращаемся.